Отдельно глава региона встретился с краснодарскими рок-музыкантами. Среди них «Ванила Джем» и «Белки на акации». Здесь Александр Ткачев и озвучил идею провести фестиваль такого же формата в краевой столице, на котором смогут заявить о себе именно местные коллективы. Исполнители предложение губернатора поддержали, репетировать готовы хоть сейчас. Мы можем сказать, что для того, чтобы группа раскрылась, нужно полчаса. Да. Для зрителя нового. 5 часов живого шоу. Краснодарские группы могли бы обеспечить. Вместе с музыкантами Александр Ткачев обсудил варианты мест для проведения фестиваля. Это может быть Пушкинская или Театральная площади, а может и Кубанская набережная. Исполнители считают, что в крае не хватает таких площадок, как Кубана. На них рок-группы могли бы заявить о себе и получить успешный старт. Люди везде творческие, везде талантливые. Не обязательно в Москве все рождаются, правильно? Все звезды, они все с периферии. Я уверен, что вы будете востребованы вот в этом формате. И это нормально. Потому что почему-то тоже это ваш заработок, ваше, так сказать, начало. Ну и нужно, конечно, стремиться к большему. Выходить на большие, большие аудитории, большие площадки. И дальше только так можно быть замеченным, правильно? Подобный Кубани фестиваль предложили проводить в Краснодаре каждую осень. Осталось подумать над названием. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.